Водитель, находящийся предположительно в наркотическом опьянении, едва не устроил аварию на виадуке на проспекте Ленина. Сначала он ехал странно по дороге, потом вообще остановился посреди моста. Очевидцы, которые решили посмотреть, что же произошло, увидели, что водитель внутри машины мычит, издает другие нечленораздельные звуки, ну и ведет себя неадекватно. Что делать? Сейчас сообщать буду в полицию. Блин. Ну как всегда, лестника не повезло. Еду по виадуку, смотрю, что машина стоит. Стоит машина без аварийки, просто посередине дороги. Посмотрела в боковое зеркало, смотрю, в боковое окно смотрю, там мужчина как бы привален на стекло. Я остановилась, включила аварийку, подошла, постучалась, не алло. Я тут же позвонила 112, вызвала полицию, вызвала скорую. Вскрыли машину, не знаю, что там. Мужчина там. А, понятно. Готово. Возможно, был состояние наркотического опьянения, потому что человек себя как бы, ну так вот как-то, ну, мычал, рычал, как-то не совсем для меня адекватно, конечно, поведение. Но это больной человек, он себя не контролирует. Конечно, опасно для общества. Преградил движение, тем более погода такая. Во-первых, могут не заметить, во-вторых, на дороге скользко, пускай даже снега на дороге нет, гололеда тоже, но все равно дорога сырая, многие еще переобуться не успели, поэтому, да, могут улететь. Кстати, как сообщили нам в полиции, данный водитель уже неоднократно привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и на данный момент вообще лишен водительских прав.